Главным событием, отмечаемого ежегодно 15 мая Дня Таллина, должно стать открытие после долгого перерыва исторического обводного канала. Среди других событий – выступление молодежных групп, концерт победителей конкурса школьного танца и открытие международной выставки скульптур. Торжественное начало мероприятий Дня Таллина будет положено на Ратушной площади в полдень. Впервые День Таллина отмечался в 2002 году. Он приурочен к годовщине предоставления Таллину Любекского городского права. И на этот год приходится несколько юбилеев, связанных с историей Таллина, и они также нашли отражение в программе мероприятий. Стоит отметить две круглые даты, с которыми в этом году связан День города. Это, во-первых, 765 лет со дня присвоения городу Таллину Любекского права. Собственно говоря, поэтому и отмечается День Таллина 15 мая. И вторая дата – это 200 лет Таллину как прибрежному курорту. Может быть, для кого-то это будет звучать несколько странно, но 200 лет назад, в 19 столетии, Таллин был очень популярным прибрежным курортом, особенно среди российской элиты. Как раз с этим двум событием будет посвящена и научная конференция, которая, собственно, откроет День Таллина. Отдельная программа предусмотрена для молодежи. В 16 часов начнется концерт молодежных групп и школьных танцоров на площади Вабудузы. В половине второго там же выступит ансамбль «Пыхья Таллин». Особой строкой прописаны мероприятия, связанные с экологией. В 15.30 на площади Вабудузы откроется экран экологической информации, а через час в таллинском зоопарке можно будет увидеть новых питомцев – двух носорогов, которые были подарены эстонской столице Международным союзом защиты животных при Организации Объединенных Наций. Для любителей спортивных соревнований в 18.45 из комендантского сада на Вышгороде стартует эстафета «Томпия-1845». Полную программу Дня Таллина можно найти на столичной странице в интернете по адресу www.tallinn.ee. Максим Волков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.